Угроза теракта в детском саду «Елочка». Спасти детей, не поднимая паники, сотрудники дошкольного учреждения смогли за 10 минут. Подробности тренировочной эвакуации в нашем репортаже. Убирая листву, дворник детского сада «Елочка» увидела коробку. Из предыдущих учебных занятий женщина хорошо усвоила. Подозрительные предметы брать в руки нельзя. О находке сразу же сообщила специалисту по безопасности. Да. На территории детского сада в районе спортивного комплекса обнаружено подозрительный предмет. С этого момента и пошел отсчет учебной эвакуации детей и сотрудников. Экстренная эвакуация. Подозрительный предмет. Отключаем сотовый телефон. Сообщение о срочной эвакуации старшую группу застало за занятиями. Младшие воспитанники уже собирались на прогулку. То, что в саду ЧП, дети не должны знать. Для них это просто внеурочная прогулка. Чтобы быстрее собрать малышей, подключились другие сотрудники. И вот дети всех семи групп одеты и уведены на безопасное расстояние. В это же время прибыли сотрудники полиции. Было эвакуировано 118 детей и 21 человек персонала. Эвакуированы были все. Уложились в установленные, рекомендованные сроки для эвакуации, то есть в течение 10 минут. После того, как руководитель принимает решение о проведении эвакуации, эвакуация была проведена. Взрывчатых веществ в подозрительной коробке в этот день не обнаружили, поскольку это была тренировочная эвакуация. Подобные учения с отработкой практических действий при угрозах различного характера проводятся в городских образовательных и дошкольных учреждениях регулярно.